Мы находимся между двух сел Борисовка и Кугуки. Как раз таки под мостом вода не сильно поднялась, но перелилась в другом месте. Сразу после переправы у нас, видим, затопление. Сейчас нельзя проехать никаким образом до Кугуков, но у нас есть альтернативная дорога. Она пролегает через село Утесное. Есть смельчаки, которые с утра уже отправились за грибами. Говорят, примерно по пояс они оказались там в воде, но пришли с хорошим уловом. Два ведерка белых грибов с собой, это им была компенсация за мокроту и мерзлоту. Пока жители ближайших домов Борисовки ходят на разведку к мосту. Но вода стабильно держится на одном уровне. Переливов через сооружение нет, но часть территории в селе подтоплена, пострадали огороды. Есть участки, где вода сошла, но от этого не легче. Ноги застревают в земле, как в трясине. Падала вот так, на спину один раз упала, засосала, я не могла встать. А я не знаю, как я... Огороды затопило и в других районах округа. Например, удар стихии пришелся на пивзаводские сады. Дорогу смыло в считанные минуты потоком воды, который хлынул между сопок. Обрушилась часть асфальта. Сегодня сюда можно проехать на легковом транспорте, но владельцы ближайших к трассе участков все равно в печали. Урожай смыло течением. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс.